Фольварк и все прилегающие к нему линии окопов были заняты. Захвачено около 200 пленных. На рассвете затих с обеих сторон артиллерийский огонь. Началась уборка раненых и убитых. Обыскивая островки, санитары нашли в поломанном лазняке опрокинутый пулемет. Около уткнувшегося в песок нижнего чина с оторванным затылком. И сожжениях в пяти на другой стороне островка лежал ногами в воде Жадов. Его подняли, он застонал, из запекшегося кровью рукава торчал кусок розовой кости. Когда Жадова привезли в летучку, доктор крикнул Елизавете Киевне: «Молодчика вашего привезли! На стол! Немедленно резать!» Жадов был без сознания, с обострившимся носом, с черным ртом. Когда с него сняли рубашку, Елизавета Киевна увидела на белой широкой груди его татуировку. Обезьяны, сцепившиеся хвостами. Во время операции он стиснул зубы, и лицо его стало сводить судорогой. После мучения, перевязанный, он открыл глаза. Елизавета Киевна нагнулась к нему. 61, сказал он. Жадов бредил до утра и потом заснул. Елизавета Киевна просила, чтобы ей самой разрешили отвезти его в большой лазарет при штабе дивизии.